То, что у нас, обывателей, называется одним словом трикотаж, у профессионалов имеет несколько названий. Футер, джерси, кашкарсе, трехнитка, начес – все эти наименования заслуживают отдельного представления. Теперь и у нас в городе есть такой магазин, который специализируется на трикотаже. Наши специалисты в компании проводят глубокий анализ разновидностей цветов и палитры. И чтобы подобрать определенный цвет, который нам подойдет, который будет пользоваться спросом у наших посетителей, наших клиентов, проводится большая работа. То есть каждый цвет проходит множество стадий отбора. Когда люди очень требовательны к цветам, оттенкам, вот здесь можно любой вариант найти в холодной, теплой гамме. Как с ней работать приятно. Настроение всегда очень повышается от этой цветовой палитры. Дизайнерскую вещь из трикотажа выдают сложный оттенок и идеально подобранные прикладные материалы. У нас есть собственный шнуровязальный цех. И нашей задачей является произвести шнуры идеально в тон к представленному футеру. В частности, здесь представлен оттенок спелая вишня. Для того, чтобы получилось хорошее, качественное, интересное изделие, нужно, чтобы различные фактуры ткани были в единой цветовой гамме, ну вот как у меня. Трикотаж с рисунком – тема отдельного разговора, ведь принт – это всегда характер. Именно он делает одежду стильной, актуальной и эмоциональной. Линейка разнообразна, и преимущественно, да, вы можете придумать уникальный, универсальный образ, который не повторится ни у кого. Бренд Red Matter впервые запустили линейку аромат-ткани. Данные мишки представлены с оттенком шоколадного вкуса. Они на самом деле пахнут шоколадом. Я сшила себе пижаму. Хожу в ней и пахну шоколадом, и мне очень нравится. Принты – это супер. Вот, на самом деле очень мало классных принтов можно найти. Таких, ну, и современных, да, и в то же время, чтобы можно было взрослому человеку, да, надеть. Кстати, с трикотажем сегодня работают и профессионалы-дизайнеры, основатели собственных брендов, и мастера хендмейда – те, что шьют для себя и своих близких. Я шью из трикотажа различные фэмили-луки, одежду для повседневной носки. И очень важно, чтобы ткань была качественная, чтобы она не изнашивалась. Качество ткани, качество пенье, соответственно, ткань не мнется, не скатывается, не дает усадку, не линяет оттенки. Такую цветовую палитру футера я, ну, вообще трикотажа, наверное, не встречала нигде. Вообще очень люблю именно экспериментировать с трикотажем, поэтому я очень рада, что у нас Red Matter открылся в Челябинске и все поближе к нам. Я увидела эти принты и захотела сразу пижамку и платьишко, и мне всего захотелось сразу же. Значение трикотажа в жизни человека нельзя недооценивать. Он непременно встречается в гардеробе и консерватора, и продвинутого модника. Последние, кстати, наверняка оценят магазин Red Matter с его эксклюзивными оттенками и многообразием видов трикотажа.